неделя, посвященная дебюту первокурсника Донецкого национального университета, прошла в ВУЗе в период с 6 по 10 ноября. Молодые, талантливые, как показало время, трудолюбивые студенты доказали, что им по плечу любая задача. Танцы – легко, вокал – не проблема. Давайте вместе посмотрим, чем еще удивляли жюри наши ребята. Для меня вообще дебют – это просто были такие незабываемые эмоции, это просто не передать словами. И когда закончился уже дебют, наш факультет выступил, и уже не было никаких репетиций, мне этого так не хватало. Это просто… Вот я приходила домой, и я еще раз хотела испытать все эти эмоции, еще раз выступить на этой сцене, потому что эта сцена – это реально, это не передать словами. Просто я желаю всем первокурсникам участвовать в дебюте, побеждать и получать точно такие же эмоции, как получили мы все здесь. Часовое выступление пролетело очень быстро, столько эмоций. Готовились долго, усиленно. Очень большое спасибо нашим кураторам, потому что они очень много для нас сделали. Они с нуля просто научили нас всему. Кураторы – это старшие студенты, да? Да. Профорги, профбюро, всякие председатели. Ну, ребята реально молодцы. И даже второй курс, который в прошлом году сами участвовали, в этом году сделали для нас многое. В учебе немного теперь отстаем, но в то же время я бы пошла еще раз, и даже на межвуз я бы с удовольствием пошла. Межвуз когда? Если не ошибаюсь, 17 декабря. То есть ты планируешь туда попасть? Да, если возьмут, я с удовольствием пойду. А как будешь с учебой все решать, сессию сдавать? По ночам сидим, учим, ничего, но зато, знаете, активная жизнь – это интересно. Не люблю сидеть без дела, честно. Это не мое. А как день студента будешь отмечать? День студента? Да, наверное, не особо буду отмечать. Все-таки больше учебу потянуть. Да, надо лучше потянуть учебу. День студента на то и день студента, чтобы быть студентом, а не слететь и вылететь из универа. Это мы являлись именно кураторами на большом дебюте. Настя ставила малую хореографию, а я ставила оригинальный номер. Это было безумно интересно. Это был очень трудолюбивый такой у нас месяц, очень напористый, да. Сложный, тяжелый в моральном, физическом смысле. Это какой-то новый опыт, и он непередаваем на словах, потому что такая отдача первокурсников, которая отдается именно тебе одному, когда ты с ними куратор, ее нельзя передать словами. Это действительно любовь. Это очень чувствуется на самом деле в работе. И в эти моменты ты понимаешь, что вот сейчас именно становится становление новых кадров на исторический факультет. И происходит такое новое обновление вашей большой семьи. Творческих и научных. Научная работа действительно очень важна. Но вот эта вот активность, которая есть на факультете, она неотъемлема. Ее нельзя передать. Потому что это, знаете, студенчество, это не только учеба. Студенчество, это именно запомним. Это вот, именно вот это. Такой, не скучные пары, а именно вот это. Сумбур эмоций, который потом ты будешь вспоминать в старости только с любовью. И вот, чтобы пожалеть то, что ты участвовал в дебюте, это не знаю, как им нужно быть дураком, извините за выражение. Нет, я не жалею, я люблю такие мероприятия. Мы готовились 2 месяца, нам было тяжело, мы с утра до вечера репетировали, но у нас вроде все получилось, и мы надеемся на лучший результат. Мой дебют прошел просто прекрасно, и я ни разу не пожалел о том, что я попал в него, потому что это были тренировки, это были репетиции, были нервы, но это того стоило. Долго репетировали? Да, очень долго. С подготовкой к дебюту вы пропустили достаточно много, по-моему, занятий, но, по крайней мере, забрало много сил. В учебе есть какие-то хвосты, которые стоит потянуть? Как думаешь, как сессию будете сдавать? Я надеюсь, что все будет в порядке, потому что я учусь ночью. После тренировок я прихожу и доделываю то, что нужно было сделать в университете, но
это того стоит. Всю минувшую неделю первокурсники выкладывались по максимуму. Своими выступлениями они не только поразили жюри, но и заставили весь зал, затаив дыхание, наблюдать за действиями на сцене. Сегодня мы пришли в главный корпус Донецкого национального университета на гала-концерт «Дебют первокурсника 2017», чтобы узнать итоги фестиваля и еще раз насладиться лучшими номерами факультетов. Комендантском, вот, и в комендантском, Эмоции, они непередаваемые. Готовились мы очень долго, в течение 2 месяцев, ежедневно. Очень трудно, но это все того стоило. Это дебют, наверное, это самое запоминающее, то, что есть в жизни у студента. Невзирая на то, какие места заняли факультеты более чем в 20 номинациях, я поздравляю каждого первокурсника, причастного к этому фестивалю. Вы большие молодцы. Спасибо вам за подаренное настроение. С вами была Алина Черняева, мой оператор Алексей Полянский. До новых встреч!